Пальто. Выйди, какая халка. Ты только вышла. Да вы что? Мы стояли культурно. Хочу видеть, кто живой. Сколько их много? Замечательная больница, действительно крутая больница. Сегодня здесь могут получать помощь. Место, ну, честно, откровенно. Вот вкус данного объекта, там, возможно, будет личными, ну, там, спасибо большое за это. Мы желаем крепкого здоровья, болейте. Покажите нам честь лето. Да, да, сейчас будет еда. Мне нравится, что вы делаете. Да, да. Виктор Андреевич, станьте ближе. Галина Михайловна. Напишу. Вот это двухместная палата на двух пациентах. Есть у нас одноместная палата. Это одна треть у нас одноместная, одна треть двухместная и одна треть одноместная палата. Здесь мы предусмотрели вот это кресло, оно раскладывается, если будет тяжелый больной, требующий ухода родственников, чтобы ночью могли родственники сажаться. Ну, холодильник, естественно. В одноместных палатах мы предусмотрели телефон. На своей станции, спальня. Я не собираюсь. Я пригласил в эту палату, сказать, что больше я вас сюда не пущу, да? Да. В принципе, вот. Знаете, лучше здесь ходить, чем здесь будет возить. Вперед, пройдите, да, снимай. Аппаратуру вот. Под почкой. Можно подписать заявление. Сюда лучше мы попали. Сейчас мы находимся в той части, которая отвечает самым высоким требованиям септичности. Этих операционных залов является то, что здесь имеется приточно-отточная система. Подается стерильный воздух, и грязное уходит. Все грязное уходит. Кроме того, он оснащен современными несменными лампами, которые не нагреваются, не нагреваются. Вот в эти дни мы уже пооперировали больных и убедились, что это неплохо. И германские хирурги, и американские хирурги. Если такой после 5-6 часовой операции. Это операционная у нас
гинекологического отделения. Здесь есть и, в общем, все. И еще есть один маленький нюанс. Нет, мы хотим зайти, если можно, на 30. Седьмое сегодня? Сегодня шестое. Спасибо большое. Спасибо. Начало положено. Пользуясь случаем, вы находитесь при открытии больницы. Мы бы хотели передать вам кое-какую информацию о нашей больнице. Спасибо. И вручить подарок о днях пребывания на святой древней югорской земле. Здесь у нас что? Олени? А я оставлю для вас вот такой памятный наш знак. Спасибо большое за нашу сегодняшнюю встречу. Победа быстро. Пишем. Геннадий Николаевич, я понимаю, что это было буквально минутное знакомство, очень быстрое, оперативное. Не успеваете, повестка дня насыщенная. Ну, хотя бы первое впечатление. Как вам больница и насколько она отличается от других регионов, в том числе наш Атлантический округ, в плане... Ну, знаете, сегодня, к сожалению, в России редко бывают такие новоселья, чтобы в областных центрах сдавались вот такие многопрофильные больницы, насыщенные самым современным оборудованием. И главврач в шутку сказал, что, говорит, меня как-то спросили, какого оборудования вам не достает. Он говорит, мне трудно ответить, чего нам не достает. То есть, действительно, суперсовременное оборудование, как импортное, так и отечественное. Поэтому я просто хотел бы поблагодарить и администрацию округа, и всех, кто причастен был к этому проекту, что сделали такое большое дело для людей. Больница уютная, больница чистая, удобно врачам, удобно больным, хорошая диагностическая аппаратура. Поэтому я бы хотел, чтобы здесь только единственные люди не задерживались. Спасибо. Уважаемый Игорь Васильевич, уважаемый Геннадий Николаевич, уважаемые гости, мы хотим привлечь ваше внимание к этому необыкновенному подарку. Это старинный самовар, ему больше века. И поскольку сегодня мы стали с вами все свидетелями рождения первенца здравоохранения округа в 21 веке, а это посланец пузатый из века 19, мы хотели бы напомнить, что в самоваре бывает накипь, но если за ним ухаживать, если за почистить, он становится истинным золотом. Вот есть впечатление, что сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе после нахлыстования многолетних проблем начинают отчетливо проступать черты истинных ценностей. И связаны ли Александр Васильевич с заботой о человеке. И вот сегодняшний день, я думаю, должен выстроить ряд ассоциаций, в которых найдется место даже баранкам, с которыми не страшен никакой черный день. И как символ простоты, искренности, МЗ русской души, мы хотели бы от всей души подарить этот самовар с пожеланиями такого же хлебосольства, радушия, гостеприимства. Пусть в округ приезжают побольше людей за опытом, за партнерством. И пусть будет каждое дело со смаком.
И случайно баранки смакал. Я уже устала бежать. Да, держите, берите скорее. Это вам, да? Это вам. Руки отломятся. Нет, 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 это вам. Да. Спасибо. Кстати, он спал. Да, наверное, это российское здоровье. Обязательно. По работе. У меня все готово. Есть. К вашему приезду. Спасибо. До свидания. До свидания.
жизни, подруги. И не надо никаких, как говорится, соответствующих. Здесь уже дорого. Жалко, будь место занято. Сюда, там, как же. Место-то заняли. Да, заняли. Одежды эпохи Ивана Грозного. Наши ребята. Петр Первый снял. Русский? Да, вот это сибирские дары. Это, кстати, история со победой самостоятельность. Истории его за этот подвиг наградили. После смерти, в смысле, как сделали, канонизировали их, его сделали святым. У нас современное искусство поддерживаем. У нас очень хорошие... Так, хорошие вот это не надо. Это тобольских мастеров, холмогорских мастеров. Делаем поддержки современных художников. В программе фонда поколений есть... Иконы у нас есть 16 века, 17 века, великолепный сохранник. Так, ну мы тогда вам должны подарить каталог. Вы же ничего не дадите. Память от того, что это... Я уже подарил, мы из ваших рукомов готовы. Я ничего ты не дай. А дождешься от тебя, короче. Книга. Леночка, дай пожалуйста. Я так. Так, спасибо. И на память о том, что у вас в гостях будет каталог нашей выставки. Я думаю, вы надо запомните, где у нас еще Муравленко. Сергей Викторович. Сергей Викторович. Как и будет, так что сделаем. Спасибо. Кто-то девочку зарушил. Я прошу внимания. Я прошу внимания. Замдан Николаевич, здесь запланирован был разговор такой в рамках правительства. Я не буду всех представлять, потому что это описание, что такое фантомазийский орган. 3000 квадратных километров. И так быстро не надо, чтобы... А, вот так же считаю. Граница западная, такой республики, восточная, это Красноярская, Айтомская область, на севере наши друзья. Вот те цифры, которые я называл, 1 400 000 человек, по статистике хотя бы миллиардов фантомансийский округ и 17 миллиардов фантомансийский округ, сопоставимые цифры. Я не знаю, есть экономику Тюменской области как таковой за 100%, то тогда порядка там, 75% будет фантомансийский округ. Постоянная дискуссия, что есть, что в этом мире, на котором было. Здесь есть показатели, я не хочу их вам вслух озвучивать. Доля нашего в доходах бюджета российского более 9%. Ну, здесь сопоставимый. Это структура ансамбля. Обратите внимание, 66% русское население. Если добавить туда, извиняюсь, хохлов, татар и так далее, то иным места не остается. Это считайте, раз, два, три,
третьи в России по естественному приросту населения, это Ханты-Мансийский вообще. Вещи, да, я не видел эту табличку. Естественный прирост населения у нас плюс 4,5. При том, что по России это минус 5,5. Налоги. Второй после Москвы. Ну, Москву нам не догнать. Потому что все наши компании отстегивают деньги от Москвы. Через Москву. Мы сами себя загоняем без коллекции. Мастерница. Вот, пожалуйста. Инвестиции. Да, и тут Серёжа. 6,5% российских инвестиций. Не быстро? Нет, очень быстро. Кстати, вот один из... К сожалению, мы далеко не полностью загружаем свою мощность. По двум причинам. Первое, мы заперты, потому что с так называемого форема мы ничего не получим. Вот тут классическую формулу имеем, так называемым перекрестным субсидированием. Тоский разговор происходит у нас здесь, Анатолий Иванович Чубайс. Вы там пообещали, что увидите в два раза тариф на свой транспорт. Вот обратите 12 сжигаем факела. Его надо собрать, и тогда эта цифра увидится в полтора раза станции. В Хартовской станции, где работает один блок 800 мегаватт, а проект предусматривает 6 таких блоков, второй пытаемся закончить через год. Реконструкции Сургутской первой станции. Как с радиомикрофоном у вас сегодня? Так говорит, все было слышно, да, ладно? Подальше уберу, чтобы не мешать. Добрый вечер. Сегодня в рамках рабочей поездки председателя Государственной Думы Геннадия Николаевича Селезнева мы с вами встречаемся с Геннадием Николаевичем. Это его желание, его просьба. Поэтому у вас есть возможность не только лицезреть, но и задавать вопросы, общаться. Пожалуйста, может быть, два слова? Да, конечно. А вот так лучше. Добрый вечер, дорогие товарищи, друзья. Сегодня действительно в течение одного дня мы знакомимся с вашим городом. Давно меня приглашало руководство вашего округа приехать сюда, посмотреть, но все не получалось. В этот раз получилось, и я очень рад, что сегодня, прямо с раннего утра, мы целый день смотрим, встречаемся с теми, кто здесь живет, с теми, кто здесь работает. Были в вашей окружной думе, сегодня проходила сессия, выступали перед вашими депутатами. Сегодня еще вечером будет возможность пообщаться с экрана телевизора, будет, видимо, прямой эфир. Поэтому я для себя, конечно же, сделал открытие, убедился, что это далеко не край земли, далеко не такая глухая провинция, как иногда может казаться, когда бываешь в областных центрах, крупных городах Российской Федерации. И сейчас, вроде бы, ваш столичный, молодой столичный город, в котором всего около 40 тысяч населения, но вместе с тем он никак не кажется и не выглядит провинцией. Понятно, что здесь сосредоточены